были в партизанском отряде, были здесь, только подальше, еще подальше. Рядом. В Пинских болотах, дальше. Сколько вам тогда было лет? Как? 13 лет. Вы помните эти события все? А как же, конечно, первый день войны, все помню. Скажите, а вот что касается вот непосредственно уже партизанских вот этих вот будней, то, что здесь вот реконструкция сделана, здание построено, сколько это соответствует действительности, реальности в те времена? Землянки соответствуют. У нас вот этих построек, которые здесь, ну, типографии, все, у нас такого не было. У нас были только землянки. Но туда дальше, на островах. Это специальная у нас была разведывательно-диверсионная партизанская войсковая часть 9903, которая относилась к главному разведывательному. Облава и отражение атаки. Вот в этом я принимала участие. Потому что все бойцы были на заданиях, ходили вплоть до Польши. И у нас уже оставалось очень мало. И прошли, заняли уже у нас первый пост. Там болото и еще, и мы с того островка. Лето, топка, болото в этом зиме. Тоже, как рассказывают, у нас было несколько, поэтому перебегали с места на место, чтобы казалось, что у нас больше было. И я впервые увидела, когда стреляют, что вот там падает серо-зеленые шинели.